Жители Одессы, слушайте! Гайд-парк в городском саду. Я почти всю свою жизнь со дня рождения прожила в городе, прекрасном городе у моря, в жемчужине, городе-герое Одесса. Это самый прекрасный город в мире. И когда связана история искусства, литературы, музыки, то она обязательно сталкивается с нашим великолепным городом. Наш оперный театр, наш русский драматический театр, украинский театр, театр, который, по сути, создал Михаил Водяной, это прекрасные традиции. Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс – это люди, которые на весь мир прославили наш город. Наш город великолепен. Наши чиновники, извините, великие бизнесмены, которые живут за бугром, лечатся за бугром, ну и т.п. и с.п. А городу оставляют на тобі не боже, що мені не гоже. І ще другое хочу обратиться. Ми голосували, іскренні голосували, обращалися, вибрали Костусєва. Вот. Ну а що поміняли? Шило на мило. У Гурвіца були свої привілегії, він зробив, що мог. У Костусєва я почти нічого не бачу, що він зробив. Ну, Бог з ним. Костусєв так Костусєв. Не мер Данило, та Галушка задавила. Я живу в Одессе 3 года, я теперь резидент. Мне очень нравится. Когда моя жена и я поехали в Лондон, мы останавливались в Гайд-парке. Там было полно русских, богатых русских. Но здесь очень мило, особенно в это время года. Я получаю огромное удовольствие. Спасибо. Жители Одессы, слушайте! Гайд-парк в городском саду.